Ассоциация региональных операторов капитального ремонта объединяет региональных операторов капитального ремонта всей страны. Соответственно, аккумулирует этот опыт и какие-то положительные решения помогает транслировать в каждый субъект Российской Федерации. Капитальный ремонт в нашей стране существует уже 5 лет и показал достаточно, эта реформа показала достаточно хорошие результаты. Отремонтирован практически каждый пятый дом нашей страны. Но не во всех субъектах работа идет одинаково ровно и одинаково успешно. И вот тот положительный опыт, который есть в отдельных субъектах, мы сейчас готовы помогать транслировать на территории Крыма. Работаем активно с правительством Крыма по внедрению всех передовых технологий в капитальном ремонте на территории Крыма и у крымского регионального оператора капитального ремонта. К сожалению, за прошедшие годы здесь не было достигнуто больших успехов, собираемость невысокая, где-то, может быть, темпы не устраивают. Поэтому есть над чем работать, и сейчас стартует в Крыму очень большая, массовая, огромная программа по замене всего лифтового оборудования, которое отработало свой нормативный срок. Это беспрецедентный случай на самом деле для всей нашей страны. У нас были масштабные программы, которые меняли по 1000 лифтов в регионе, но так, чтобы программа меняла все лифты, такой ситуации, такого подхода комплексного еще не было ни в одном регионе. И вот для того, чтобы это решение главы Крыма было успешно реализовано, мы, соответственно, ассоциации планируем методологически помогать для внедрения и в том числе корректировки нормативных актов, методологической поддержки, для того, чтобы это решение прошло успешно и жители Крыма были довольны. Основной принцип, который будет использован при реализации этой программы, масштабной программы ускоренной замены лифтового оборудования, это заменить все лифты в течение года, а расплачиваться региональный оператор сможет в течение 3 лет. То есть это некий принцип рассрочки. Кроме того, выделяются дополнительные средства Республикой Крым, выделяются бюджетные средства. И это, безусловно, поможет снизить нагрузку на собственников, которые платят за капитальный ремонт, для того, чтобы остались средства еще и на ремонт и других конструктивных элементов. Да, конечно, капитальный ремонт и умный город неотъемлемо связаны друг с другом. У нас реализуются отдельные инструменты, связанные с программой «Умный город». В том числе дистанционное считывание с приборов учета при капитальном ремонте используется, устанавливается. Ну и вообще интересно послушать в целом развитие, концепцию развития Крыма в том числе, потому что вот такая огромная масштабная программа, она больше 3,5 миллиарда по лифтовому оборудованию, это, конечно, очень серьезная программа для Крыма, и она будет очень ощутима и существенна для каждого жителя Крыма, и ее действительно можно будет увидеть. Потому что вот когда на старте капитального ремонта у нас собираемость была чуть выше 70%, после того, как капитальный ремонт увидел каждый пятый дом, то есть собственники почувствовали, что это действительно существует, они деньги не платят никуда, собираемость на сегодняшний день составляет более 95%. То есть доверие людей, когда они видят реальные работы, оно очень сильно растет. И вот это вот доверие, оно как раз в этой большой программе крымской, оно проявится. И хотелось бы послушать, как она будет встроена в общую концепцию развития Крыма.